Сегодня в приемной президента России состоялся масштабный прием граждан. Получить ответы на волнующих вопросы пришли родственники осужденных. Организовали прием начальник УФСИН Владислав Никишин, уполномоченный по правам человека Ивановской области Андрей Кабанов, а также общественные наблюдатели. В этот раз вопросы были общего характера. Как осужденному освободиться условно-досрочно, может ли поощрение отменить взыскание и каким образом осуществляется перевод осужденного в другую колонию? На вопросы частного характера ответы также давались незамедлительно, ведь обсуждались они сразу при заявителе. Такой коллективный прием проводился впервые, но в скором времени методика подобной работы с обращениями будет введена в постоянную практику. Ведь метод коллективного обсуждения позволяет не только оценивать объективно все поступающие вопросы, но и сразу же решать их, без бюрократии. Проволочек. Не всегда вопросы, которые задают, я принимаю каждый понедельник, не всегда вопросы, которые задают мне, потом приходят, задают Андрею Юрьевичу, или потом приходит Борис Александрович. Иногда нужна необходимость такая, вот, чтобы мы все вместе и разрешили все эти вопросы.